обычно сталкиваются. Думала, выпустила, а он где-то выпустил, сразу давай мебель брать, кошмар. Вот меня ведь прям не выдержала, его сразу отнесла туда, где был. А Паша сказала утром, что сам убежал. Ну, просто так неудобно перед ребенком. Стыдно, что бы так не сделал, да? Не выбросил бы кота. Серёж, ты не слушаешь меня совсем? Слушаю. Ну, я понимаю, что ты не то. У тебя случилось что-то? Проблемы мы с этим? На работу, может, тебе что-то? Давай про работу сейчас не будем. Расскажи, почему Паша тренировки бросил? Ну, слушай, бросил. Мне нравится они больше. А что, нравилось раньше? Всех мальчишек на тренировку водят папы. А он с мамой все время, как маленький. Ну, зато у него по географии проблемы уже все разрешились. У него с математикой все хорошо. У них недавно была контрольная. И учительница ему говорила, что... Сереж, тебе плохо? Сереж, женщины, пожалуйста, помогите. Человеку плохо, Сереж. Что случилось, Сереж? Девушка, помогите, пожалуйста. Человеку плохо, кто-нибудь вызовите скорую. Сереж, пожалуйста, очнись. Мужчина, вызовите скорую, человеку плохо. Вот есть телефон, пожалуйста, у него, наверное, приступ. Сереж, пожалуйста, пишите. Мой молодой человек, вызовите, пожалуйста, скорую, человеку плохо. Телефон. Да, здравствуйте, пожалуйста, можно машину на... Это чайка, это библиотека. Рупии 3, да, упал, я не знаю, наверное, приступ сердечный. Да, спасибо. Сережа, пожалуйста, что надо делать? Сереж, сейчас приедет скорая. Сереж, сейчас приедет скорая, и они тебе обязательно помогут. И все будет хорошо. Мы пойдем домой. Они что-то тебе дадут, и все будет в порядке. Мы пойдем домой, и все наладится. Ты слышишь меня же, да? Ты же меня слышишь, Сереж? Сейчас они подожди, мы подождем чуть-чуть, хорошо? Совсем маленько, сейчас все будет нормально. Сереж, чуть-чуть, сейчас они сейчас приедут. Они уже едут, они уже не в пути. Они очень быстро приезжают. И все будет в порядке. Все наладится. Так, удобно. И мы поедем домой.